Я, Вася, Пупсик, Василиса. Ужас. Всем привет, это «Фигурное катание» на Первом канале, а значит, с вами я, Максим Троньков. Мы вернули для вас рубрику «90 секунд челлендж», и в гостях у меня сегодня Василиса Кагановская. Вась, привет. Всем привет. Готова со мной сыграть в эту замечательную игру? Конечно. Итак, тебе нельзя отвечать на мои глупые вопросы «да», «нет», «не знаю», и пропускать вопросы тоже нельзя. Ответить нужно на максимальное количество вопросов за 90 секунд. Угу. Готова? Да. Тогда погнали. Последняя песня, которую ты слушала? Леонид Агутин, ай-яй-яй. А что последнее играла на фортепиано? Шопен. Как тебя называет тренер? Вася, Пупсик, Василиса. Твой стиль одним словом? Ужас. Ну, такое, ужасно все, фу, да. Акцент в макияже. На глаза или на губы? На глаза. Чай или кофе? Кофе. А если кофе, то какой? Раф. Кто в вашей паре придумывает идеи для рилс? Я. Максимальное количество огоньков на твоих сторис? Около 5000, наверное. Вот возьми, поставишь ей на сторис. Какой трек поставишь для раскатки? Гламур. 2 часа стоять в пробке или 2 раза подряд катать произвольный? 2 часа стоять в пробке. Самый интересный предмет в университете? Сценическая речь. Я в себя, если что-то, я все равно... Думаю, что какие-то, может быть, что-то. Сколько жмешь от груди? 25. Что у тебя на заставке телефона? У меня сменяются обои каждый час. Платье или комбинезон? Комбинезон. Что в Максиме удивило больше всего? Характер. Ты бумажный самолетик, а я Боинг 747. Кто чаще опаздывает на тренировки, ты или Максим? Я. Главное не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит. Опиши вашу пару одним словом. Ну, к сожалению, на этот вопрос ты не успела ответить. И в сумме у тебя 17 ответов. Ну, я считаю, неплохой результат, наверное. Ну что ж, это был 90 секунд челлендж. И в гостях у меня была прекрасная Василиса Кагановская. Василис, спасибо.